Очередного звездобола. Последний был нормальный первые полгода, но оказался просто пудель, такая порода. Говорил о детях, будущее строил мост, этикет начитанный и букеты красных роз. Но как оказалось, будущему этого гада девушек наивных было около десятка. Вот так-то доверилась, а в спину нож. Очередной мужчина, очередная ложь. А где-то есть ведь и нормальные ребята, или у всех так? Цирк или театр, надо верить в лучшее. Так себе решила, и на педаль газа посильнее надавила. Четыре колечка на ее тачке, подрезает, идет на обгон. Четыре колечка на ее тачке, она безымянна, нет ни одного. Четыре колечка на ее тачке, обменяла бы эти кагаянные. Четыре колечка на ее тачке, ради одного на безымянном. Эх, каких только не было, делать ничего не хотят, лишь только требуют. Холостые, а на самом деле дома жены. Святые, а на самом деле прокаженные. Каких только историй не понарасскажут, чтобы залезть под юбку, остальное не важно. Все сплошь предприниматели и космонавты, как серебра вампиры, они боятся правды. Альфонсы, халявщики, бездельники, грубые, закатывают истерики. Их просят на самую малость нежности хотя бы. Да что уж, мужики стали вести себя как бабы. А где-то есть ведь и нормальные ребята, или у всех так? Цирк или театр, надо верить в лучшее. Так себе решила, и на педаль газа посильнее надавила. Четыре колечка на ее тачке, подрезает, идет на обгон. Четыре колечка на ее тачке, она безымянна, нет ни одного. Четыре колечка на ее тачке, обменяла бы эти кагаянные. Четыре колечка на ее тачке, ради одного на безымянном. Ради одного на безымянном. Ради одного на безымянном.